Всем привет-привет! Вот такое у нас случилось происшествие 19 августа, да? Пришлось с утра вот носились, возили асфальт на трассу Новопавловка-Кушмурун, да? Ну и вот эта дорога прямо видно, знаете. Носились-то, носились, серьезно носились. Никаких там 40, 50, там под 70 и более вот. Ну уже не выдержали, вот наш депутат, потом подняли Акима. Вот. Ну и вроде бы вопрос был как бы в какой-то степени решен, то есть поставлены в известность, да? Вот, власти, все согласились, что это не дело. Есть объездная, объездные неплохие, в общем-то. И немного они теряют там. Может быть, какие-то минуты, а может быть, даже там и напрямую получалось. Но нет, нет. Вот, остановили, позвонили Акиму, чтобы предупредить, да. Попросили Акима вызвать полицию. Ну, вот получилось так, что, как бы он говорит, что местный один дежурный сидел, как всегда. Вот, а, ну, вот видите. Пока ждали, вот пошел еще куда, один, блядь. Да. Увидел, что что-то не так, да, и вот свернул. Вот. Меньше, чем в КамАЗе. Анекдот тебе рассказывают. Да, мы это прослужили давно. Ладно, а чем я буду лазить? Оно мне надо. Ты не должен здесь ехать. Я плотная есть. Ну, нагрузка на ось. Не позволяет знать. Ну вот сразу ты на каком основании? На каком основании? На каком основании? Это нарушение по ДД, отдать должен. Вот приехал Аким, вызвали Акима, он что-то объяснил, вот, сказал, что предупредил, что там предупредили, что здесь нельзя, запрет и так далее. Ну, знак на входе есть. И вроде бы все, да, победа, все. Ну и что, а вот на следующий день, смотрите, что. Это вот было вчера, в среду, 19 августа. А это уже вот сегодня, 20-го. Казалось бы, там предупредили полицию, всех, в общем-то, что... Все, ребята, ну, чего вы делаете? И смотрите, вот с утра вот что здесь творится, да? Они летят, они просто летят караваном. Вот можно, один съезд вот идет, он идет, там переезд, спокойно можно все доехать. И там вот перед Кушмуруном тоже есть направо. И прекрасно они все прекрасно знают, что все можно объезжается, все это. Видите, он пошел, он не притормозил, что там ограничение по скорости, вход в поселок и так далее. То есть наплевать, вот как жал там и так далее. Спокойно пошел. Видишь? Знак. Ну, я думаю, это с разрешения высокого начальства, да? Вот, вот смотрите. Вот. Все четко. Че дурака-то валять? Че, плохо видно знак, что ли? Но здесь все проезжаемое. И на легковой проезжаемое. Все дальше идет. Там через переезд и все налево и пошло на Новопавловку. Сюда, да?
И вот, вот такое вот все, да, нам помогает, ездит. Вон он все, вон уже, что? Это они специально едут, да, дорожники, чтобы потом ремонтировать почаще, зарабатывать, блин. Аким Тименов, блин, ты дал добро на пролет вот этой своры? Не, ребята, таким образом мы никогда больше ни одной улицы в Кушмуроне не заасфальтируем, кроме вот этой, да? Получается, что эта улица вот как раз для вот таких вот дорожников. Вот, спокойненько, да? Вот он, асфальт, видно. Да? Видел прекрасно, что его снимают, что стоит знак, указатель, объезд. Получается, закон не для всех, не, да? Наплевать. То есть вот простых работяг, и вот кушмурунцев там поймать, где-то щеманоть вот на что-то, пристегнутый, не пристегнутый, да? Вот, или вот жирные вот такие, вот жирные набирает, такие, набирает, да? Пошел, хозяева, вот они что творят, да? То есть они тут на проход, все, все ушел, связано, вот никакая, все схвачено, где? Да, получается, и какая так? Его пыль от него идет, да? А наши соцработники акиматовские здесь каждый раз убирают, блин. Перекресток-то. Знаешь? Он от него что идет? Смотри. Спешит, спешит, спешит. Ну, конечно. Удобно делать, блин. Дорогу. О, он. Видишь, как? Пошел. И что тогда останавливали? Что вчера предупреждали? Вчера предупреждали всех. Вот он. Ага. Да.